Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 233 под пунктом 2. Отряд партизан, выполняя боевое задание, прошел 32,4 километра. Первые 4,5 часа они шли по дороге со скоростью 5,2 км в час. И сделали привал на 1,6 часа. Остальное время они шли по болотистой местности со скоростью 2,5 км в час. Сколько времени партизаны затратили на весь поход? Давайте весь поход мы разделим на 3 части. Первая часть, потом привал, а потом вторая часть похода. Первую часть они прошли за 4,5 часа и со скоростью 5,2 км в час. Ну а вот сколько это километров было, неизвестно. Дальше они сделали привал на 1,6 часа, а остальное время, причем сколько это времени, неизвестно. Они шли по болотистой местности со скоростью 2,5 км в час. И сколько километров прошли они по болотистой местности, тоже неизвестно. Известно только, что весь путь составил 32,4 км в час. А нужно узнать, сколько времени партизаны затратили на весь поход. На вот этот вот вопрос нам нужно ответить. И задачу будем решать по действиям. Нам нужно узнать, сколько, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно только узнать, сколько же времени затратили партизаны на вторую часть. Потому что на первую часть известно, привал сколько известно, что все время узнать нужно только вторую часть все узнать. Но чтобы узнать время, нужно знать еще и расстояние. Знаем расстояние, делим его на скорость, узнаем время. То есть теперь нам нужно найти расстояние, которое прошли партизаны по болотистой местности. Для этого нам нужно узнать, сколько они прошли в километров первой части своего пути. Здесь мы это все можем узнать, потому что здесь время известно и скорость. Нам умножаем время на скорость, узнаем расстояние. Давайте выполним умножение. Столбик 4,5 на 5,2. Умножаем, сначала не обращаем внимания на запятую. 2 на 45, 90. 5 на 45. 5 на 5, 25. 5 пишем, 2 в уме. 5 на 4, 20. И 2 в уме, 22. 10, 25. 0, 9 и 5, 4. 14, 4 пишем, 1 в уме, 2 и 1 в уме, 3 и здесь двойка. И еще два знака после запятой нам нужно поставить, потому что в первой дроби один знак после запятой, второй один знак после запятой. Значит, всего будет два знака после запятой. В получившемся произведении получили 23,4 километра. Это расстояние, которое прошли партизаны по дороге. Ну или можно просто написать первая часть пути. Так, первую часть пути мы выяснили. Дальше все еще расстояние нам известно. Ну а чтобы найти вторую часть пути, нужно из всего расстояния вычесть то, сколько они прошли по дороге. 23,4 минус, то есть 32,4 минус 23,4. Здесь 4 десятых, здесь 4 десятых. У нас десятых вообще не будет. 0 там останется. 32 минус 23 – 9. То есть 9 километров – это вторая часть пути. Ну, а теперь, чтобы найти время, которое затратили партизаны, когда они шли по болотистой местности, нужно расстояние разделить на скорость. 9 делим на 2,5. И чтобы разделить 9 на 2,5, нужно запятую вот здесь. Вот перенести вправо на один знак, чтобы у нас 25 получилось число. Так как мы вправо на один знак переносим запятую, то к девятке 0 прибавляем. Теперь мы 90 делим на 25 и берем по 6.
6 на 5, 30. 0 пишем и... Ой, по 6 это же много слишком. Мы же не на 15 умножаем, а 25. Простите, пожалуйста. Ну, берем тогда по 3. 3 на 5, 15, 5 пишем и 1 в уме. 3 на 2, 6, 1 в уме, 7. 90 минус 75 будет 15. После нуля, кстати, можно поставить запятую и дописать еще нулей, сколько нужно. Вот этот 0 дописано и сносим. Так как 0 мы снесли после запятой, частным тоже запятую ставим. 150 теперь мы делим на 25. Ну вот теперь берем по 6. 6 на 5, 30, 0 пишем и 3 в уме. 6 на 2, 12 и 3 в уме, 15. 150 минус 150, 0, деление закончили и получили 3,6 часа. Затратили партизаны на преодоление болотистой местности. Ну а теперь можем все время узнать. Для этого просто складываем 4,5. Это первая часть пути они затратили, то сколько они делали привал на целых 0,6 плюс 3,6. Давайте выполним это действие в столбик. Для этого вот это действие можно удалить. 4,5 плюс 1,6 плюс 3,6. 5 плюс 6, 11 и плюс 6, 17. 7 пишем и 1 в уме. Запятую сносим. 4 и 1, 5. И 3, 8 и 1 в уме, 9. 9,7 часа затратили партизаны на весь поход. Ну, это и нужно было нам найти, поэтому можем написать слово «ответ». 9,7 часа. Выполнили задание 233 под пунктом 2. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.